Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю конвертики из лаваша с ветчиной и сыром. Это очень простой рецепт, готовятся конвертики очень легко, и их можно быстро приготовить на завтрак. По желанию лаваш можно оставить как есть, либо слегка подсушить на сковороде, чтобы конвертики хрустели. А какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. Количество я даю примерное на один конвертик. Лаваш я нарезаю на квадраты примерно размером 15 на 15 сантиметров. С одного края смазываю майонезом, затем горчицей. Кладу ветчину, у меня она нарезана очень тонко, а толсто и не нужно. Сверху кладу сыр, на него кружочки помидора. У меня здесь коктейльные, поэтому 4 кружочка. Закрываю парой листьев салата. Сворачиваю лаваш с начинкой вот таким конвертиком. В этот раз я его не стала обжаривать. Вы можете по желанию это сделать на слегка смазанной маслом сковороде. Конвертики получились очень вкусными, они сочные. Простой соус из майонеза с горчицей очень хорошо подходит к ветчине и сыру. С чайком конвертики улетели в один миг. И это хорошо и правильно, потому что, как и большинство закусок из лаваша с начинкой, они со временем начнут размокать и уже не будут такими вкусными. Поэтому быстренько приготовили и быстренько употребили. А более подробно, с пошаговыми фото, вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на YouTube, на Рутуб и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!